Всем привет! Спортивный комбинезон – это довольно популярная разновидность одежды для спорта, которую можно очень часто встретить в стенах спортивных залов. Свою популярность они приобрели за счет высокого уровня комфорта во время тренировки. Вы уверены, что все нужные части тела закрыты и ничего нигде не задирается. Данный обзор посвящен спортивным комбинезонам Bonafight из коллекции Elite Body. Комбинезоны для спорта и фитнеса Bonafight Elite Body шьют из очень качественного материала, который подходит для изготовления спортивной формы итальянского бифлекса. Секрет бифлекса кроется в технологии переплетения петель, а не нитей, как это делается во время прядения тканых полотен. Весь этот процесс происходит на специальном оборудовании, а технология, благодаря которой получается настолько эластичный трикотаж, называется Power Stretch. Уникальная структура полотна позволяет ему дышать, отталкивать грязь, а также пропускать влагу на поверхность, быстро испаряя ее. Кроме того, синтетические нити хорошо поддаются окрашиванию и легко удерживают полученный цвет. Швы комбинезонов Elite Body сшивают высококачественными нитями из Великобритании с дальнейшей лазерной шлифовкой по технологии плоский шов. Коллекция Elite Body насчитывает всего 11 моделей разных расцветок. Три из них – это сочетание черного с цветными вставками, 4 модели темно-коричневого цвета с белым, розовым, зеленым и голубым, и в остальных моделях в качестве основного цвета взят синий или пурпурный. В целом, спортивные комбинезоны Bonafight Elite Body – это классические сдержанные оттенки, а также чопорно закрытые руки и ноги. К бесспорным положительным качествам комбинезонов Bonafight Elite Body относятся качество материальной базы и конечного продукта, который доходит до покупателя. Благодаря открытию собственных производственных мощностей процент брака готовой продукции значительно снизился. Теперь он не превышает 3-5%. А к очевидным минусам изделия относятся дизайн и функциональная практичность. По сравнению с другими моделями, Elite Body выглядит более консервативнее, скучнее и немного напоминает костюм для дайвинга. А с другой стороны, простые неброские изделия тоже имеют свою аудиторию, но другое дело, что она намного меньше клуба любительниц яркого и провокационного стиля. На наш взгляд, отсутствие элементов сетки в таком закрытом комбинезоне – это серьезная оплошность. Ведь какой бы классной и дышащей ткань ни была, все равно дополнительные функциональные вставки сетки делают свое дело, и в разгар тренировки они бы не помешали. Возможно, именно этот нюанс и стал причиной низких показателей продаж спортивных комбинезонов Bonafight Elite Body. В настоящее время наличие готовых комбинезонов Elite Body на полках магазинов стремительно снижается. Скорее всего, компания Bonafight собирается снять ее из производства из-за низкого спроса и непопулярности, или же наоборот, собирается доработать ее и выпустить на рынок улучшенную модификацию. У меня на этом все. Спасибо, что досмотрели видео до конца. Пока-пока!